последние годы наблюдается рост числа социально уязвимых слоев населения. Ежемесячные выплаты от государства не улучшают ситуацию. Выросло количество людей, которые обращаются за помощью в компетентные органы, либо к неравнодушным гражданам. Между тем, специалисты выступают против поддержки социального иждивенчества среди населения. В чем причина и какие меры необходимо предпринять, попытался выяснить наш корреспондент. С каждым днем увеличивается число людей, нуждающихся в социальной помощи. Обращениями с призывом оказать поддержку пестрят социальные сети. Просят оказать материальную помощь, либо помочь продуктами питания для детей. Но есть и матери, которые волею судьбы оказались одиноки, но, несмотря ни на что, стойко борются с трудностями. Среди нуждающихся особенно тяжело приходится тем, кто помимо материальных трудностей имеет серьезные проблемы со здоровьем и кому необходима дорогостоящая операция за рубежом. В казахских традициях всегда уделяется особое внимание оказанию поддержки нуждающимся. Это приветствует и религия. Между тем, специалисты выступают против поддержки социального иждивенчества среди населения. Есть такая поговорка: если хочешь помочь голодному, дай ему не рыбу, а дай удочку. Полученная от кого-то помощь в виде продуктов питания, необходимых вещей – это спасение лишь на определенное время. Нужно дать человеку механизмы, благодаря которым он научится самостоятельно справляться со своими трудностями. Такая помощь намного ценнее. Оказывая благотворительность, мы должны в первую очередь думать о том, чтобы у ребенка взрослого впоследствии не сформировался иждивенческий взгляд на жизнь. Главная причина бедности – отсутствие источника дохода. Специалисты советуют браться за любую работу и использовать все свои возможности. Проблема с барлар не болганда да нам станбал керек. Не бывает плохой работы, если тебе не хватает средств на жизнь, то что постыдного в том, чтобы пойти и помыть где-то полы? Нужно браться за любую работу, будь это мужчина или женщина. Любой труд является благородным. Нельзя просто сидеть и ждать, что кто-то придет и окажет тебе помощь. Экономисты сетуют на то, что большая часть молодежи довольствуется доходом, предоставляя услуги такси либо услуги охранников. Тогда как одним из эффективных методов борьбы с бедностью является развитие предпринимательства. Пандемия оказала губительное воздействие на экономику. Серьезно пострадали многие сферы производства. Однако радует то, что есть молодежь, которая, несмотря ни на что, развивает хозяйство. К примеру, семья занимается производством кобылевого молока. У них всего 3 кобылицы, но они приносят доход. Разве это не пример для других? Необходимо менять сознание, вытеснять иждивенческие взгляды. Сколько у нас приезжих людей, которые успешно занимаются здесь бизнесом, тогда как наша молодежь работает охранниками либо таксистами? Необходимо развивать предпринимательство в стране. Развивать финансовую грамотность, обучать основам предпринимательства необходимо со школьной скамьи. По словам педагога, в течение 15 лет в школьной программе был предмет «Основы экономики». Далее в рамках предмета «Человек и общество» проводились 10-часовые курсы по экономике. С 2017-2018 учебного года по обновленной программе в 100 школах республики запущено обучение по предмету «Основы предпринимательства и бизнеса». Главная задача данного предмета состоит не в том, чтобы сделать предпринимателя из каждого ученика, а в том, чтобы научить их профессионально думать. Отличие обычного человека от предпринимателя в том, что второй заранее думает о своем будущем, о будущем своих близких, строит планы и реализует их. По словам специалистов, экономический рост не связан с ресурсами, а с психологией. Нужно менять сознание людей. Главный источник богатства – это наличие идеи и умение реализовывать их. Отец-основатель теории рыночной экономики, шотландец Адам Смит, говорил о том, что рыночная экономика создана для улучшения благосостояния народа. Однако, если ею не смогут правильно воспользоваться власти имущие, то она приведет к краху. Во избежание этого, во-первых, нужна помощь социально уязвимым слоям населения. А сделать это можно посредством развития предпринимательства. Салтанат Мурат Кызы, Айбек Галамов, Гульфара Маратова, телеканал Атырау.